Наш отход выпал на субботу. Мы должны были сделать еженедельные проверки в этот день, чем мы и занялись. В то же время мы очень давно не производили воду. Последний раз фрешвотер дженерейтором мы прохимичили, и он стоял без дела очень долгий срок. Наша вода в одном танке уже была на минимальном уровне, во втором тоже подходила к не очень хорошим значениям. И только по выходу в Атлантический океан мы сразу же его запустили. Ну что ж, день, который мы так долго ждали, наступил. 19 ноября мы вышли из Роттердама ночью, как всегда. Мы ж по-другому не умеем. И нет, вместо того, чтобы пойти напрямую в Америку, мы стали на якорь. Но это тоже неплохо. Где-то в 5 утра я поспал, проснулся. И в 12 часов дня, а зачем мы становились на якорь? Потому что терминал брал сэмплы. Так скажем, образцы нашего груза, тяжелое топливо на анализы. И потом, я так и не понял, можно было и по почте прислать результаты. Что там произошло, я не в курсе. Где-то в час дня мы пошли, наконец-то, наш длинный переход. Сутки будем идти еще на легком топливе, потом перейдем на тяжелое. Это хорошо, потому что не надо ночью будет бегать. Ночью, когда мы... В ночное время суда, когда мы выходили из порта Роттердам, я решил запустить эту систему, которая называется система рециркуляции газов. И вот, смотрите, что происходит. Задача телеграфа с мостика 65 оборотов в минуту. Ну, естественно, главный двигатель выполняет то же самое. На мосту 65 и у нас 65. Запускаем эту систему. Включаются насосы, идет орошение выхлопных газов, запускается бловер, это как бы такой вентилятор, но у него еще регулируются обороты, он сам по себе их задает. И где-то крутится он 4000 оборотов в начальном этапе. Потом кислород начинает, ну у нас там датчики есть, pH, это водородный показатель, и кислород. Кислород начинает повышаться до 20%. Что ему нужно сделать? Ну, 20 и 29, нормальный кислород. Ему нужно разогнаться больше и выхлопных газов подать больше в эту камеру. Тогда кислород будет падать. Он разгоняется 4000 оборотов, 5, 6, 7, 8, 9. Кислород начинает падать где-то к 11%. И в этот момент... Главный двигатель начинает сбрасывать обороты до 53 оборотов в минуту. Потом снова кислород упал, ему надо его поднять. Он начинает снижать эти обороты, вентилятор этот снижает с 9000 до 4, кислород растет, обороты главного двигателя идут снова к 65, и потом вот так волнообразными, как бы на графике волны идут. Это, конечно, очень интересно, но до этого мы тоже запускали. Я пошел в каюту, сижу, думаю, да что такое, было 65, он где-то упал на критические обороты, 34 оборота в минуту. И сработал слоудаун, помпаж турбины, какая-то сажа полетела. И вот, ну, вчера, ладно, я его остановил, все, короче, улучшилось. Сегодня думаю, да, еще раз попробую запустить. Снова кнопку нажал, автомат. То же самое. Ну, написал письмо в компанию этим производителям. Пускай думают. Но с ним опасно ездить. Особенно в каких-то проливах или с лоцманом. Это ж просто невозможно. Он иной раз скинет оборот или главный остановится. В общем, недоработанная система, а нам приходится мучиться. Завтра будем тестировать движки. Придется в эту погоду 0 градусов вылазить на трубу, фотографировать дым, запускать этот скрабр тоже. Ну, посмотрим.
Тоже интересно, я думаю, будет всем. Выход из Роттердама нас ждал небольшой шторм, и он уже начал зарождаться в Бискайском заливе. Я даже не могу представить, что было бы, если с нами поехал наш датский друг, и нам бы пришлось всем экипажам дергать 18 крышек на трех движках. Это было бы просто невозможно, так как в данный момент в каюте я просто уже ничего не убираю, потому что оно все слетает. И когда лежишь на кровати, то тоже иной раз можешь из нее вылететь. Поэтому я постепенно передвинулся, перенес свое тело, так скажем, на диван. Но, несмотря на это, нам все равно нужно делать работу. И мы постепенно начали готовиться к замеру различного рода газов, выхлопных газов с трех дизель-генераторов. До этого мы перешли на низкосернистое тяжелое топливо и начали измерять газы в трех дизель-генераторах. Пойдем наконец-то замерять наш дым. Сейчас будем переносить в компьютер и потом смотреть, сравнивать второй движок и третий. Вечером погода не только не улучшилась, она даже ухудшилась. И так нам еще идти где-то дня три. Поэтому будем надеяться на лучшее. Все-таки в это время года здесь было намного веселее раньше. Нормально я поспал две ночи. Ну, сегодня уже все успокаивается. Но я ничего не собираю, потому что еще может все повалять. На камбузе, конечно, тяжелее всего досталось повару. Он закреплял кастрюли, которые вечно куда-то улетали. Вот она, кастрюлька поварская. Мы немного сегодня инертизировались. Так, давление упало в танках. Наконец я залез в трубу. Еще один рывок и буду на
самой крыши. Там, кстати, скраббер так дымит с главным двигателем. Ну, как бы покачивает тоже неплохо. У меня что-то тут вообще разболтало. Так дымит наш скраббер. А это наши движки, которые вообще не дымят. Да, конечно, вибрация здесь очень хорошая. Не знаю, как там будет болтаться, но дыма нет. Сейчас будет третий движок запускать. Вот новомодное введение скраббер, да. Проходят газы с главного двигателя. Раньше они выходили в эту трубу, сейчас идут в ту. Но проходят орошение, охлаждение, очищение забортной водой, и выглядит вот так, белый дым, ну не черный. Пока можно поснимать отсюда. Видите, в океане идет накат. Это самая верхняя точка, где я сейчас стою, и больше всего раскачивает. На мосту, конечно, тоже, но не так сильно, как на трубе. Вот они, все наши трубы. Что-то я не вижу пока дыма с движков, с движка. Пока что у нас работает первый и второй. Сейчас будет работать второй и третий. Раскачало, ребятки, раскачало. Очень даже неплохо. Зашел посмотреть химию, название Ballast Water Treatment System Room. И что я вижу во время шторма? Плохо закрепили. Одна бочка улетела туда. Хорошо, хоть эти ректифайеры не снесло в ящике. Это вообще классно. Надо идти, говорить. Ну, старпом, я не знаю. Не ходит, не смотрит. Пойду боцману скажу. Качать бортовая качка. Сейчас я вам немножко покажу. Как бы мастер-класс по бункеровке. Я всегда обычно, как сколько раз рассказывал, бункеруюсь на 85%, хотя меня иной раз заставляли на 90% брать. И то, несмотря на все это, после этой качки у нас в танке даже, по-моему, сейчас в данный момент 75% топлива. Следите, что происходит. Так, первый правый танк. Ну, тут еще не очень много повылетало топлива. Крышечка немножко отлетела. Ну, здесь вода только. Первый левый, с которого у нас расход. Видите, как повылетало топливо. Это хорошо, хоть здесь есть защитные такие поставили с воздушника. Но оно тяжелое, видите, застыло, замерзло. Сейчас ребята придут, замоют все. Ну так, никогда не бункируйтесь на 90%. Потому что будет беда. Будем фильтр менять на минерализатор. Доломитовый. Доломайт. Наш скраббер работает на полную. Пришло мне задание. Этот же пароход назывался по-другому раньше. Теперь изменили имя и флаг поменяли. Теперь надо в каждом компьютере все менять. Прислали пароли. Но со скраббером что-то стрёмно его перезапускать. Уже перед штатами сделаем. Когда в зону зайдем, остановим его. Тогда я буду перезагружать этот компьютер. Че? Working? Заработал стеклоочиститель. Это когда шторм такой разгоняет все эти морские брызги, чтобы было видно. Обычно все спрашивают. Window Clear называется. Thank you.